Блюда из индейки получаются не только очень вкусными, но и полезными и низкокалорийными. Из такого мяса можно приготовить нежные домашние сосиски, которые особенно оценят детки. Пепе-шаурму с сочной и ароматной начинкой, а также аппетитную пиццу на мясной основе с овощами и грибами. Филе индейки нарезать средними кусками. Сложить нарезанное филе в глубокую миску и залить молоком. Оставить примерно на полчаса. Переложить кусочки в чашу блендера. Добавить соль, черный перец, щепотку мускатного ореха, паприку, манную крупу, нарезанный зубчик чеснока и молоко, в котором замачивалось филе, по необходимости. Измельчить до состояния фарша. Полученный фарш переложить в кондитерский мешок или крепкий полиэтиленовый пакет и срезать кончик. Далее расстелить пищевую пленку или кусок разрезанного рукава для запекания и выдавить на один его край полоску фарша. Плотно свернуть, формируя будущие сосиски. Концы пленки закрутить и крепко завязать ниткой. Закипятить в кастрюле воду и опустить в нее сосиски. Варить 4-8 минут. Все зависит от толщины сформированных сосисок. Выловить сосиски и удалить пленку. Подавать горячими с кетчупом, соусом или горчицей. Приготовление шаурмы стоит начать с подготовки мяса. Для этого нужно бедро индейки положить на фольгу. Посолить. Посыпать паприкой, куркумой, черным перцем, сбрызнуть оливковым маслом и хорошо втереть специи в мясо. Сверху выложить нарезанные зубки чеснока. Завернуть мясо в фольгу и отправить в духовку на 2 часа при температуре 180 градусов. Достать мясо из духовки и вилкой разделить на небольшие куски вдоль волокон. Подготовить начинку. Нашинковать капусту. Натереть морковь на крупной терке. Нарезать помидоры тонкими пластинками. Измельчить зелень. Я выбрала укроп. Расстелить лист лаваша. Смазать один его край кетчупом или томатным соусом. Выложить нашинкованную капусту. Тертую морковь. Запеченное мясо. Ломтики помидоров. Полить йогуртом и посыпать измельченной зеленью. Аккуратно свернуть лаваш. Прогреть шаурму на сковороде или в электрогриле. Получается очень сочная и вкусная шаурма. Приятного аппетита! Для приготовления пепе-пиццы филе индейки нужно нарезать небольшими кусочками. Сложить их в чашу блендера. Добавить соль, черный молотый перец, зубки чеснока, среднее куриное яйцо и овсяные отруби. Измельчить все до состояния фарша. Выложить фарш на пергаментную бумагу и распределить его тонким слоем в виде основы для пиццы. Отправить в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 12-15 минут. Пока готовится основа, можно заняться начинкой для пиццы.
я нарезала шампиньоны, маслины, помидоры и болгарский перец, а также натерла сыр на крупной терке. Достать основу из духовки и смазать ее кетчупом или томатным соусом. Выложить начинку. Здесь можете экспериментировать и добавлять любые ингредиенты по вкусу. Кукурузу, лук, соленый огурец, ананасы и так далее. Посыпать будущую пиццу тертым сыром и специями по вкусу. Отправить еще раз в духовку на 15-20 минут. Готовую пиццу достать из духовки и украсить по желанию, например, базиликом. Приятного аппетита!